Проблема, которая может влиять на сроки, это то, что уже 2 недели мы никак не можем дождаться выезда контейнера для выгрузки мусора. Поэтому у нас и производится работа на этаже, и осуществляется разгрузка-погрузка материалов, и также мусор. Вот как в этом состоянии мы можем работать. То есть здесь абсолютно ничему невозможно подлезть. Здесь хранится и джакузи, и мешки с мусором, и плитка, и все что угодно. Потому что подвал весь забит под завязочку. Там как минимум 2-3 вывоза контейнера. А Жан обещает через 3 дня, через 2, через 4, ну и так далее. Сегодня уже 17 июня, а мусором контейнера не было еще ни разу. Вот такой вариант.